Ассаламу алейкум. Хейрат переходит на новый уровень благотворительности. Теперь сделать пожертвование стало гораздо легче. Такие терминалы будут стоять в общественных местах, прикрепленных к ящикам. В скором времени, иншаллах. А сделать пожертвование можно всего в 3 шага. Сначала вводим сумму, которую хотим перечислить. Нажимаем Enter. И последнее действие. Прикладываем карту к терминалу. Все. Пожертвование поступило на официальный счет Хейрата.